Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. День, на каком канале наши друзья? Baby Go. Друзья, Baby Гоши, вы на канале Baby Go. И сегодня у нас пазл? Нет. И сегодня у нас интерактивный ролик, игра на развитие геометрических навыков. Сегодня Дэн будет расставлять фигуры. Поехали. Сыграем в игру головоломку сортер. Перетяни все геометрические фигуры в подходящие по форме ячейки. Ты готов? Да. Перетяни все геометрические фигуры в подходящие ячейки на игровом поле. Ну что, это что такое? Овал. Какого цвета? Зеленого. Куда нам у нас с тобой здесь? Сюда. Вот сюда? Да. Правильно. И это что? Что это? Это какая фигурка? Какая? Очень похоже на что? На букву Р начинается. На У. Ну, фигура называется? Фигурка какая? Ромб. Ромб. Где его место? Вот. Где? Рядом с овалом? Вот сюда ставить? Так, молодец. Это какая фигура? Круг. Круг. И где у него место? Где? Где? Вон. Это где? Давай, ну-ка ты давай перетащи. Давай не будешь. Не будешь? Хорошо, будешь управлять папиной рукой. Клади свою руку на папину. Давай, двигаем. О, ты мне даже помогаешь нажимать. Так, дальше у нас желтое что? Какой? Вот эта фигура какая? Какая? Желтого цвета которая? Какая? Что это за фигурка? С малышариками недавно изучал, помнишь? На букву К начинается. Квадрат. Правильно. Куда его? Вот сюда? Так. Это у нас что за фигура? Что? Это синяя. Ничего. Как ничего? Это твоя любимая фигура же. Какая? Которая больше углов, чем 4. 5. Правильно. Пятиугольник. Пятиугольник. Скажешь стоп. Я буду вести, ты мне говори, куда ставить. Стоп. Умничка. Так. Это у нас что за фигурка? Треугольник. Где он у нас здесь на столе? Треугольник. Какого цвета он? Фиолетовый. Фиолетовый. Тащи. Так, и остались у нас снизу прямоугольник, звезда и трапеция. Давай, это что за фигура? Трапеция. Куда ее надо? Говори сюда. Мне сюда. Сюда? Да. Отлично. А это что? Звезда. Звезда. Давай, говори стоп, когда будет нужное место. Умница. Ну и все, по остаточному принципу, что это за фигурка такая? Какая? Вот это какая фигура? Какая? Вот это? Какая? Оранжевого цвета, что это фигура? Ну есть квадрат, а есть? Это? Это прямоугольник. Прямоугольник. Поверяем? Молодец. Здорово получилось. Дэн, у нас получилось? Да. Друзья, ну такая простая интерактивная игра сегодня была. Расставить надо было фигуры геометрические, и заодно еще и мы с Дэном потренировали цвета. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, как пальчики вверх один, и оставляйте свои классные комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе о наших свежих новостях. До новых встреч! Пока! Пока!